Доброе утро, друзья! Или можно даже так, ни хао, сразу перейду на китайский, потому что сегодня китайский Новый год. Вот мы с ним и хотим вас поздравить. Между прочим, праздник можно устроить себе на неделю. Это правда, друзья, по китайскому календарю вот Новый год не имеет определенной даты, но всегда наступает на второе полнолуние после дня зимнего солнцестояния. И в этом году это сегодня. С Новым годом! Да, и обязательно надевайте на себя красное, потому что для того, чтобы отпугнуть мифическое существо нянь, которое злостно поедает сельских жителей и коров. И для того, чтобы его отпугнуть, нужно надеть красное, оно боится этого, красные фонари развесить и даже накрасить губы красным. Вот так. Роман, давай. Давай, а то Таня подготовилась, а мы с тобой нет. Мне есть чем здесь ответить. Кстати, если кто-нибудь вдруг вам скажет, ну с чего это китайский Новый год вы будете праздновать? Вдумайтесь, треть человечества начинает этот праздник, потому что в одном только Китае 1,5 миллиарда. А мы сейчас скажем, как призвать удачу. Удача и счастье, счастье по-китайски, это фу. А мы скажем такую фразу: фу дао ле, счастье пришло, смотрите. Слушайте, ну вот оно, праздничное, золотое, красное, новогоднее. А, ребята, хочется елку схватить и хотя бы с ней, вот за драконом. А я поняла, что я одета так же, как дракон. Я тебе больше скажу. Таня, ты одета по-императорски. Друзья, вы знаете, что хочу сделать? Так, да. Я хочу... Так, что ты хочешь? Схватить удачу за хвост. Девушки, помогите, пожалуйста. Загадываю желание. И от вашего имени тоже, друзья. А я понял, что все, у меня общего с драконом. Друг, у тебя борода, у меня борода. Мы с тобой братья фактически, а? Сережа скажет вам да. Да, да, да. Слушайте, ну какой красивый. Впервые держу дракона за бороду. Я теперь не сомневаюсь, что вы точно будете праздновать Новый год. Два совета. Первое, вы должны праздновать его очень громко. Это китайская традиция, потому что тем самым вы прогоните всех злых духов, все несчастья, и все у вас будет замечательно. А второе... И надо выкинуть все старое, да, все ненужное. Обязательно. И приготовьте много еды, так. Но обязательно ничто нельзя доесть до конца, потому что богатство, благополучие должно остаться на весь грядущий год. Счастья вам, друзья!